Всем здорово, любители Fortnite Express, с вами Олег Фазбера, это необычные ночи с Нептуном. Ну что ж, погнали, мы продолжаем прохождение великой этой игры, необычные ночи с Нептуном, которую создал... Так, тихо. Так, первая мини-игра. Так, Нептун. Так, главное не пропустить мяч. Тихо. Так, 2 очка. Здесь мы можем пропускать или не пропускать сколько угодно. Но главное не пропускать Нептуна. Так, минус 3. Нептун. Как и не вовремя. Так, тихо, Нептун. Так. Тихо. Так, давай. Так, надо попасть. Так. Окей. Так. Так, сейчас будет. О, это будет... Так, окей. Отлично. О. Так, это справа. Пока нормально.
Нептун. Пока нормально. Да, победа. Сейчас будет очень хардкорная игра. В этой игре, то есть игра в игре. Короче, хардкор сейчас пойдет, потому что сейчас Фокси аниме. Да уж. Так, третья ночь. Заметьте. Я очень не платил, что ты сюда устроился. Но если ты не нуждалась в охране, ибо я не хочу платить, ты мне ее обеспечишь. Ребят, вот перестал вот плохо работать, вот и мне пришлось перезагружать телефон. Так вот. Ребят, тут вы знаете, что как ответить, что надо делать против Нептуна, вот, после демо-версии. Так вот, после... Там надо про... Там написано про Фокси аниме, про Фнаплея. То есть, смотрите, то есть, тут про Арклайта, тут про Фокси аниме, тут про Фнафплея. Видите, уже открыт. А тут тот персонаж, который я вам не скажу. А я вам не скажу, кто этот персонаж. Погнали. 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 Так, погнали. Третья ночь. Здравствуй, Дмитрий. Как ты довольно хорошо справляешься со своей работой. Я очень благодарен тебе, что ты сюда устроился. Мое заведение осталось в охране и потерять такую роскошь. И ты мне ее обеспечил. Но я тут подумал, а стоит ли вообще продолжать свой бизнес после того, как аниматроников отремонтировали? У меня нет никаких гарантий того, что аниматроники вновь не выйдут из строя после техосмотра. Признаюсь честно, я не уверен, что смогу обеспечить своим посетителям безопасность. По завершению твоей рабочей недели я отвезу аниматроников на склад до той поры, пока не приму окончательное решение. Но я не стану перегружать тебе информацией и отвлекать от работы. Спасибо, Фунгай. Нептун. Какая там? Так, Арклайта нет.
Нет тебя. Так, здрасте. Так. Ай, Нептун. Ну что, это стримак. Не, не стримак. Когда лагает, то медленно наполняет. А здесь он как-то чуть-чуть быстро наполняется. Так, я чувствую, что Фокс сейчас аниме пойдет. Сейчас Фоксяныч пойдет. Так. Вот чуй прям, вот чуй. Так, Арклай. Так, котнику. Так, сейчас прогоню Нептуна. Я не ожидал его. Просто ожидал Нептуна. Так, продолжаем. Главное пройти третью ночь. Главная задача только сейчас третью ночь пройти. Четвертую потом, а потом пятую, шесть и шестую. То есть сейчас у нас просто одни ночи сейчас пойдут. Так, погнали. Не, если б я не прогнал Нептуна, то есть, если б я сейчас сначала прогонял Арклайта, то сейчас бы напал Нептун. А если на... Потом, если... Потом фрест. Здравствуй, Дмитрий. Пока ты довольно хорошо справляешься со своей работой. Я очень благодарен тебе, что ты сюда устроился. Мое заведение осталось в охране. Я не хочу потерять такую роскошь. Ну, я тут подумал, а стоит ли вообще продолжать свой бизнес после того, как аниматроник отремонтирует? У меня нет никаких гарантий того, что аниматроники вновь не выйдут из строя после техосмотра. Признаюсь честно, я не уверен, что смогу обеспечить своим носителям безопасность. По завершению твоей рабочей недели я отвезу аниматроников на склад до той поры, пока не приму окончательное решение. Но я не стану перегружать тебе информацией и отвлекать от работы. Спасибо, Пунгайн. Так, Нептун. Окей. Так, Арклай. Третью ночь сейчас очень быстро сейчас буду ходить. Усматриваем Нептуна и Арклайта. Так, Нептун. А вот Арклай. Так, ждем. Так, Нептун. Нептун мяу. Так, иди сюда. Главное не умереть от кэшбэка.
Так. Пока по-прежнему Фокси аниме на месте. С Венерой. Главное, чтобы никто не пришел. Не вовремя ты. А? Нептун, ты не вовремя? И сюда. Так. Видите, пока нет. Фокси. Нормально. Так, закрыть. Я так. Так. Фокси. Фокси на месте. Главное, Фокси аниме. На месте. Так, Нептун. 3 часа. Нет. Давай быстрее. Успел. Пошла. Фокси аниме пошла. Пока ее морды не будет видно, то она не войдет. Так. Брысь. Так, готовимся. Нептун. Нептуняу. Так, Фокси аниме прогнали. Нептуна прогнали. Все отлично. 4 АМ. 32 минуты. Тут не знаю. 3-я камера. Нептун. Главной проблемой сейчас будет это только Витя. Пока ничего нет. А вот пришел. Давай, Нептун. Я знаю. Так, полезла. Закрыть. Открыть. Нептун. Yeah.
Нептун. Нет, у Нептуна. Вот Нептун. Все, успели. Победа! Жестковато было. Ничего, проигрались. Так, сейчас будет, ну, мини-игра с ночь с Фокси аниме, кажется. Снова приветствую тебя, Дмитрий. Как ты уже знаешь, за бонусные задания дополнительная заработа гарантирована. Сегодня же тебе придется разложить фигурки и плюшевые игрушки по коробкам. Полки с игрушками находятся в призовой комнате. Это будет главной сценой. Так что за работу! За работу. Спасибо. И сейчас вернемся. Короче, продолжаем с того момента, где мы закончили. Так. Пошли. Костик Фокси аниме. Уй, Фокси. Хитрая лисичка. Так, Фокси аниме. Все, прошла. Это сцена с Венерой. Уй. Фокси аниме с Венерой. Сцена. Все же гонятся меня. Подписчика убить. Так, тихо. Фокси аниме. Фокси аниме. Подружка-лисичка. Все, она ушла. Так, тихо. Фокси аниме. Брось. Я понимаю, у тебя лиса. А у меня кот. Так. Короче. Пока все спокойно. Так, Фокси аниме. Ушла. Главное, Фокси аниме. Так. У нас тут теперь новый враг. Дополнительная работа, дополнительные деньги. Спасибо, Фунгайн, за дополнительную работу. Так, Фокси. Ушла, ушла. Хорошая лисичка. Ловенькая. Подписчика не убивает. Тем более даже друга. Так. Каюк. А, я уже пришел. Нормально. Так, назад. Фокси. Фокси аниме. Так, тихо, она слева. Так, Фокси. Так, она здесь. Фокси. Так. Фокси. Так, фигурки. Плюши. Так, она справа.
Все. Минус одна. Так, тихо, Фокси. Фокси. Аниме. Так, статуэтка Кори. Так, слева. Статуэтка Симчика. Право. Плюшевый Арклайт. Так, тихо. Фокси. Справа. Назад. Где-то должна быть. Так. Сюда. Брось. Справа. Так, она здесь. Фигурка. Так, тихо, Фокси, аниме. Бонни Плей. Так, аниме. Справа. Так. И последняя фигурка. Пони Плей. Все. Ха! Работа выполнена. Айгидет. Какой я крутой. Я крутой. Победил. Фокси аниме. Аниматроника. Аниме победили. Фокси аниме побеждена. Нептун побежден. С Арклайтом. Первое. Так, опа. Быстро открываем. Здравствуй, Дмитрий. К сожалению, не могу с тобой поговорить сегодня. Сам понимаешь, личные дела, важные договоры, которые тебе не нужно знать. Уже? Уже пошли. Уже кэшбэк.